Марат Балаев стал чемпионом ACB в полулегком весе в 39 лет. Марат – личность противоречивая. Без памяти влюблен в борьбу, но выступает в смешанных единоборствах. Живет в Петербурге, но сердце его принадлежит Осетии. Считаете ли вы себя примером для подражания? Это не скромно будет, сейчас я буду это самое, я пример для подражания. В спортивном смысле, да, наверное, а так в жизни есть люди покруче. Хотели бы вы, чтобы о вас написали книгу? Почему нет, пусть пишут, что. А фильм, насколько я знаю, сейчас сценарий пишется уже. Самый безрассудный поступок? Попытаться стать чемпионом мира в смешанных единоборствах. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом? В своем прошлом, наверное, ничего. Если я, например, побыл в местах не столь отдаленных, да, они мне тоже дали что-то, да, дали мозги какие-то, что-то прибавилось в голове, и это тоже определенный плюс, опыт жизненный плюс. То, что я думаю, что ничего бы не изменил, как есть, так и есть. Я думаю, что нужно радоваться тому, что есть. Я всегда помню, что может быть сто раз хуже, чем сейчас. Как вы воспринимаете критику в свой адрес? Лишь бы не оскорбляли, потому что на оскорбления приходится иногда отвечать. А так, абсолютно нормально отношусь. Критикуют. Всегда будут такие, кто критикует. Иногда, если объективно, я стараюсь прислушиваться. А так, в основном, если ты какой бы ты ни был золотой, какой бы ты ни был профессионал в спорте, например, да, критики будут, и они будут всю жизнь. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания загадали бы? Чтобы не было войны, чтобы мои близкие и родные были живы-здоровы, чтобы я наконец-то научился разговаривать на осетинском языке. Что бы вы предложили попробовать сделать каждому? Посоветовал бы, но не хотел бы, да, чтобы у них это было, чтобы им было каждому тяжело. Когда человеку тяжело, он начинает думать и умнеет. Когда вы в последний раз плакали? Когда отстоял титул последний раз. Что бы вы могли сделать ради любимого человека? Ради любимого человека можно сделать очень многое, практически все, только не потерять через достоинство. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да, но очень сложно. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Очень много мест. Чтобы меня не видели, постоял бы, посмотрел, как работает Путин, например. Постоял бы, посмотрел. Как вы относитесь к смертной казни? Обязательно отрицательно. Я считаю, что жизнь отнимать никто не имеет права вообще. Это дана жизнь, ее отнимать ни в коем случае нельзя. Отрицательно, это однозначно. Что страшнее, пропустить удар в голову или обидеть близкого человека? Конечно, обидеть близкого человека. Это страшная вещь.